Сейчас будем собирать кабинку. 1,20 м она на 90, да, Николай? На 80. Будем врезаться. Вот. Взяли. Тройнички. Ну, я не знаю, ставить ее или не надо. Два тройничка поставим сюда. Нет, телефон есть. Поставим два краника, две муфты. Ну, я покажу потом. Кабинку. Поддончик вот такой. Поставили два крана. Это холодная вода. Это горячая. На клипсе здесь вот сейчас муфты еще припаяем, но они пока лежат. Нужно поставить поддон, панель, поставить где подсоединение, посмотреть, чтобы потом подрасчитать лишнего, не ставить обрежено, если что. Здесь вот мы собираем конструкцию для поддона, упор, но гайки есть. Вот, сам видишь, гайки есть, а шпилек нет. Чё? Вот такой. Нет, конечно, ты чё? Нет больше. Ну, значит, нужно ехать покупать магазин. Понял? А чё ж не так халатно относится? Да, она всегда вечно что-то не докладывает. Зато динамик положили нормально, смотри. Сань, убери его оттуда, куда-нибудь на этот подоконник и вентилятор. Ты это, побрибери все здесь, чтобы лежало. Да, ничего не мешает. Ну, чё тогда делать будем? Ехать точно в магазин? Саш, ну это болты, ну что ты вообще несешь? Собрали поддон, нижнюю часть. Ровно 20 дней. 20? Теперь тот красный, у машинки. Сейчас будем выравнивать, друзья. 21 почти. Ну, а здесь? В середине здесь. Подожди, сюда не бьет. Здесь 20,5. 24. Угу. Ну, сейчас будем регулировать. Поставили защиту. Вот на такие штучки саморезы. А то линолеум, она же скользкая. Вот смотрите, как это делается. Вот такие штучки. Не вот там саморез, а это уже декоративная шайба. Слив старый поставили, потому что там разъем побольше. Так, здесь вот поставили две панельки. Сейчас на излом немножко берем. Вот, тащим. Здесь вот щель побольше будет. Силиконом намажем. Носик туда вставляешь и прям заполняешь. Потом закрутим. Нас. Телефона нет, радио. Или телефон? Есть, по-моему. Вот. Это нам не нужно. Кому оно нужно? Вот смотрите, сидушка. Вот сидушка здесь по теме. Вот так садись. Ноги попарить. Вот здесь вот штучка. Это закрывается, открывается. Водички налил. Сел, попарил. Отдохнул. Встал и дальше моешься. Здесь вот массаж спины есть. Сиденье убираемся. Друзья, вот эти штучки, где узел примыкания металл к металлу, мы на силикон ставим. Это здесь тоже на силикон. Вот это главная консоль, узел примыкания вот этих стекол, вот видите, они алюминий. Тоже примыкание все промазали. Сейчас вот это соберем. Здесь еще дуги алюминиевые. Поставим дуги, потом только на поддоне мы ее подровняем как надо. Просиликоним низ и на саморезы поставим. Сегодня мы не успеем. Завтра прием доделать. С кем здесь? С друзьями разговариваем. Саш, с кем? А, снимаешь? Саня новой отверткой крутит. Ездили, покупали магазин. Пусть лобешник подставляет. Кто, хейтер? Я с пружинами как натяну. А, они сейчас скажут, отдача не из-за этого. Да сразу убьет. Саня, отдача скажет, замучает. Прикинь, натяну мощно. Лобешник, дать на балдажник. Это как раньше шпалы делали, да, с пальца только. Сразу шишка будет. Да, конечно, он мощный. А что в этой коробочке? Ну, вот сейчас набрали, а может где еще лежать? А что, не нашли саморез? Я нашел. Да набрал он там кое-что, я смотрю, может. Вот такие нельзя не закручу. Какой?
Не, это длинный сен. А тут таких уже нет, да? Сейчас там еще посмотрим, чем куда что надо. Сань, посмотри, он упал один саморез. Этот. Да, может... я уже закрутил, я такой нашел саморез. А, ты нашел такой? А, ну и все, больше не надо ничего. Ну все, закручу. Не закрути. А этот сюда закрутим вниз тогда. Ну и все, вот в порядке, значит. Смотрите, друзья, видите, вот вырез. Для чего он нужен, мы поняли только сейчас. Он нужен для того, чтобы вот этот бортик, чтобы можно было сместить сюда. Потому что вот эта вот планка, дуга, ей нужно больше, не умещается сюда. Вот. Вот. Нужно сейчас болгаркой нам отрезать здесь. И с той стороны, и выломать. А мы с Саней гадали, для чего это? И вот поставили вверх, я думал, вверх, оказывается. Надо прикрутить быстро. Уже лет 5 кабинки не собираюсь, забыл все практически. Время уже 8 час, друзья, мы еще ничего не собрали. Поставили крышу. Кривые вообще вот эти кабинки. Очень кривые. Их всегда на силикон ставьте. Вот мы эти штучки на силикон. Эти на силикон, низ весь просиликонили. Вот видите, что вылез вот силикон. Вот заднюю часть нужно на силикон ставить, потому что здесь вот тут обои и может сюда выливаться. Здесь вот тоже силиконится. Верхнюю крышку просто прикручиваем, потому что чем больше щелей, тем лучше она будет выветриваться. Потому что нужно... Вентилятор маленький здесь, где он есть. Да друзьям своим покажу. Так, ну что тут еще показать? Завтра будем вот эти уголки два штучки купим, не достают. Перепаяем, чтобы они сюда вверх были. Тогда хватит. Крепление далеко. Так. Положу еще. А, болт? Угу. Новый потребуется. Ну, да. Саня вчера на день рождения, а сегодня больной работает. Как, сын, работается хорошо? Да, ну, что я там пил? Сейчас пиво хуже водки. Один у меня знакомый, ну, он сейчас не пьет, у него что-то серьезно нашли болезнь. Он и пиво бросил. Ну, я не знаю, теперь он же выгнет, я уж тебя не видал, его искачали. И что, он пиво всегда пил? Нет. Или он говорил пиво? Нет, он пил все подряд, а в последнее время жену видала, она ведь пивом увлекся. А потом что-то не случилось, я не знаю, что, болеть стал. Что-то там голова ей, прочее. Ему сказали, пивом камни с почек выглядишь. Я говорю, кто тебе наболтал? Я говорю, не вздумай. Печень развалится быстрее, да? Чем? Я не знаю, что случилось. Что ты с ним? Нет, все, Саня, времени нету. Сейчас смотри, вот эти вот штучки, гаечки. Все необходимое сделай. Гаечки подтягивай и все. А и... какие гаечки? Вот и. Нет, с отверткой вот этой гнущейся, которую купили. Ну вот она. Вот, Саня, отсюда прям. А подтяг... это вот это. А, это не по. Будь здоров, дядька. Спасибо. Вот, подтягивай вот эти. Вот видишь, я их просто понаживил, чтобы засиликонить. Понял? Нам вот это посвятить. Да, да там придержи так, пальцы. Все равно прокручивается. Завтра, дядь Коль, приедем где-то. Ну как получится. Ну что? Да, часов 10-11. Перепаяли вверх. Теперь хватит подсоединения. Так что если будете подводить, имейте в виду, что здесь, вот здесь подводка. Сними акустику. Акустика? Пластмассовая? Да. Вата 3. Так, шланги, Саня, ищи еще. Сейчас сразу кинем наверх. Да, вот на эти штучки поставим. На массаж. Ну, не чисто, да. А то динамик порвется. Да, а чего? Свет давай провери, выключай радио. Свет. Свет есть. Теперь вентилятор включи. А в какой он стороне? Справа? Вот, всасывает. Туда вот я чувствую. Ну, все, все работает. А слева чего?
Тут динамик. А, это, ну, помню. Здесь еще под телефон есть. А, это вот еще. Вот под телефон это фишка. А когда мы с какой-то... И еще фишка под что-то. Вот такими клипсами будем здесь прижимать. Это массажеры. Вот здесь спину массируем. Это идет на мойку. На душ. Блок мы сейчас прикрутим. Режим второй. Здесь заземление. Сейчас на лак просто так, чем мыться. Режим раз, например, полилась отсюда. Так, душ там прикрутили. Режим два, полилась. Самую главную лейку. Все, а это сюда горячее-холодное. Вот тут точки. А это сильнее-слабее. Это уже вот это. Ну, ну, это, Сань, воду когда включим, мы покажем. Не, я уже понял, вот. Не, потом покажешь еще раз. Наглядно. Хорошо закрывается. Мощные магниты, да? Да. А вот, вот за эти ручки китайцам руки поотбивал бы. Головоломки какие-то реальные. И смотри, они, Саня, не особо доделаты и не затягиваются. Давай еще попробуй затянуть. А, толку нет. Сами они хорошо. Сами они. Ты так не стянешь. А ну попробуй еще. Чуть-чуть подтяни. Это не поможет. Все. Это не из-за этого. А из-за чего? Ты затягиваешь, чтобы они вот так нет, на разрыве. Сейчас еще, подожди, сейчас плотность. Подтянем. Включи это, покажи, как работает. Сам финиш. Включен? Да, включай. Язычок. Нет, да, самое тут. Зачем тебе розетка? Саня, ты охладись, вообще мозги не работают. Китайцы тебе запудрили все мозги. Переключи. Вверх, вправо, влево. Что я включил? На вот душ сейчас ты включил. Тут просто напор слабенький. Напор слабый у нас. Ну-ка, Саня. Ты включил? Да. Она, видишь, пока лейка это наберется. Слабенький. У меня бы она уже давно бы. Да? Не, у нас слабо. Не, нормально. Все, а ну-ка на эти, на массажеры переключу. Ну-ка, сходи, я посмотрю. Массажеры работают. Сейчас, они тоже заполнятся пока. Тоже слабенькие, да? А ты точно доуключил? Ну, она пошла сейчас. Стой, может, не доуключил. Там щелчок должен быть. Ну, ты сейчас душ включаешь. Влево вот все, все, все. Куда ты закрутил, Саш? О, пошла. На это и какие-то массажеры. Все, выключай. Спину помыть. Выключай, это сейчас на плечо. Переключи на этот, на да, душ. Подожди. Чтобы был включен на душ. Все. Так, здесь. Здесь у нас. Все отлично. Радио отключили. За ненадобности. Да? Ну что, Саня? Грязь. Сливается хорошо? Ну да. Вот что мне не нравится в кабинках, выключишь, а вот эта лейка, вот она полная, она еще течет и течет, как будто кран не работает. Ну, давно мыться, ведь вот это, наверное, да? Вот душем мойтесь, да и все. Дим, сделали бы еще это, указатели на этом, переключатель, что где включается? А там есть, только мелко, Сань. Тут вот, видишь, вот отсюда, наверное. Так, ну что, работаю, все, ок. Давай ручки еще поправим и все, Сань. Ну что, ты ручки эти? Да ничего я не сделаю. Надо, кроме наклеить, потом приехать приклеить. Не, давай сейчас подтянем, еще я знаю один такой нюанс интересный. А так кабинка вполне себе хорошая, мне нравится. Тебе, дядь Коль, нравится? Кабинка нормально. Красивая, да? И не особо маленькая. Все вместе смотрели. Туалет еще посмотри. А, сейчас. Сейчас мы ручку еще сделаем. Потом посмотрим туалет. Туалет, он что, течет и течет? Ну, давай сейчас, посмотрим. Вот смотри, иногда смоешь. Это вот строится. Не, пока не смывай. Сейчас не течет, я тут поймал. А кран? Вот так вот шевелю. Угу. Вот.
А иногда прямо... вот сейчас вот так что-то раз, или это. Вот сейчас он нормальный, я его поймал. Вот это. Вот. Как делать, так он работает. Ну, сейчас интересно смотрим. Я тут вот так поворачиваю, ну как взять дело. Он вроде успокоился. Вот. Ну, мы редко пользуемся. Вот. Потом смоешь, она вода течет и течет. Вот сейчас течет, да? Да. Пойдет, она уже не должна. Отшевельнуть. Ну вот я знаешь, вот так ловлю ее. Арматуру на ногу. Я тоже так думаю. У меня было то же самое, я не смог справиться с этой штукой. Тут там, пока нового не поставил. Ну вот видишь, вот так вот. Вот и пока нужный момент не поймаешь, я тут крышки двигал. Давай сюда. Так, ну что, все на этом? Вот это вот круто.